Женщина из Окницкого района родила девочку с двумя головами. Об этом сообщил сайт Публика МД. В Министерстве здравоохранения этот случай подтвердили. Подробности в следующем сюжете. По сообщению портала Публика МД, 36-летняя женщина родила ребенка с аномалией. Семейный врач, наблюдавший беременность женщины, рассказала подробности этого случая. По ее словам, беременная прошла всего одно УЗИ. Ей сообщили, что у нее будет двойня. Она была на учете у семейного врача. За два дня до того, как она с большим трудом родила, я направила ее в больницу и отдала все медицинские карты. Она сделала только одно УЗИ. Ей сказали, что это двойня. Она сделала только одно УЗИ и не хотела делать больше. При этом семейный врач также сообщила, что женщина отказывалась проходить необходимые обследования во время беременности. Наш телеканал попытался узнать подробности в роддоме города Единцы, где родилась девочка. По словам гинеколога Виталия Флочи, женщина родила в воскресенье, ребенок был мертвым. Когда пациентку доставили, сердцебиение у ребенка отсутствовало, он не родился живым. У ребенка были множественные отклонения в развитии. Внеутробная жизнь была невозможна. При множественных пороках развития это было неизбежно. Пациент не знала, как и врач, принимавшая ее, о пороках развития у ребенка. Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Карина Гамурарь подтвердила нам этот случай, но не предоставила подробностей. Министерство здравоохранения подтверждает, что в Единицкой районной больнице родился ребенок с тяжелой патологией, несовместимой с жизнью. В публикации портала Публика.МД также отмечается, что мать ребенка, родившегося с пороками развития из социально уязвимой семьи, рожала в четвертый раз.